Победительница проекта «Холостяк-11» Анна Богдан призналась, что пост-шоу снимают в течение нескольких часов, но сам эфир в итоге длится только час. А также рассказала подробности съемок пост-шоу романтического реалити. Она отметила, что пост-шоу снимают уже после завершения проекта. Да, мы уже знаем, кто уходит в следующем эпизоде, и, конечно, мы знаем, кто окажется в финале. Поэтому на шоу никогда не поднимаются вопросы, исходя из самого проекта, события и предположения, что будет дальше, объяснила Анна. Девушка также уточнила, что съемки проходят весь день, а эфир в итоге длится всего час. Из-за этого многие моменты не попадают в итоговую версию пост-шоу. Много цитат, фраз и даже слез просто не показывают. На экранах может показаться, что иногда девочки друг к другу относятся как-то предвзято. На самом деле это только чудо монтажа, съемок, крупных планов и мастерски подмеченных деталей. В перерывах между съемками мы шутим, фотографируемся, снимаем сторис, общаемся, пьем кофе и болтаем, заявила победительница «Холостяк-11». А с вами была сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.